Всем привет, ребята, это Шахматный Феникс. Да, пробуем участвовать в турнире, какие проблемы. Записались туда левые люди. Так, или не левые. Записался Шляхов Стас. Видимо, это наш гость. Ну, пускай сыграет Стас. Да. Так, так, с ним мы и играем. Да. Не знаю, сейчас, видимо, может, я случайно добавил. Так, в этой схеме я вообще не силен. Может быть, конь c3? Ну, может быть. Так. Может, сначала слон на g5, потом конь c2? Ну, да. Так, сейчас мы коня на f3 поведем таким странным способом. Сыграем h3. 2-300 должен где-то зевнуть, значит. Можно а4 сходить. В какой смысле? Сидеть попрепятствовать. Так. Попрепятствовать b5? Попрепятствуем b5. Ну, выиграть по радости. Да, нужно первую партию выиграть. Обязательно. Да. Слон c4. Обязательно идем в ход. Нужно как коня вести. Почему мне коня не повел на g5? Громкий точ. Коня на g5, потому что его все любят. Ну как-нибудь там, не знаю, путем h4, там f4. Не, ну смотри, блокадное поле t5, сейчас мы закроем. Опа. Это аргумент. Стоп, можно побить слон e3. Зачем? По темп. Вывели слона с темпом. Да, там все равно слон b3 придется. Ну ладно, нет. Ладно. Мало времени. Слон b3. Так, чтобы вывести слон e3, не сел на b2. Но тут, конечно, не очень. Конь вот этот. Под угрозой. Слон e3 очень хочется пойти. Ну g5 можно пойти. Тут слон e3 сходим. Так, конь g5, мне этот конь не нравился. Так, ну вот, хотим выиграть качество. Пам-парам-пам-пам-пам. Да. Жалко, на планете нет предхода. Жалко. Слон g5, слон g5. Какой план? Какая здесь идея, чё? Слон. Так. Какая здесь может быть идея? Ну, конечно, d2 пока покрепче. Ну, а с 2 слона, конь d4 неприятно. Да. Может быть, на d5? На d5 деваем, на b2. Так, ну свяжем мы пока слона. Правда, он сейчас может съесть. Да, бесполезный ход, по-моему, слон e3. Будем без пешки. Ну. Слон e3 не туда. Не вошли мы в игру, еще первая партия. Ого. Соперник решил феерить. А что это такое? Ну побили. Ну, он хотел конь f3. Ну это понятно, что он хотел конь f3. Так. И теперь даже не проходит. Ферзь c5 какой-то. Ну ферзь c5, ферзь d4. А, вот так вот. Почтил на d4. Да. Может быть, король h2? Ну пока ферзя попробуем перекинуть. Где-то есть ресурс, слон d5. Ну, сейчас его нет. Ну вот ведет ладью. Так, хочет шах поставить. Ну ферзь король h2 с идеей ладьи по линии g5. На ферзь e5. На ферзь e5 ферзь g3, да, ферзь g3. Да, и на линию e можем поставить ладью. Будет приятно. А вот может быть сейчас ладья g1? Напали на мат? А, не на мат. Мат защищен, пока нападем на другой мат. Вот сейчас ладья g1. На этот мат нападем. Да, и на ой-ой-ой-ой. Так. Ну да, ферзь g4, нормально. Пока нельзя. Пока нельзя. Ну, ладья g2, пока пешку защитим. Так, блин. Какие-то проблемы он тут ставит перед нами. Ну, ладья f1, давай. Ой. Дёрнулась мышка. На d6 съешь. А, нельзя есть. Блин, ладно, так. Так, теперь ничего нету. Сейчас едем на d4. Да, ужасная игра. Угу. Но. Ферзь d4, можно сказать, смертельно. Так, ферзь d4. Вот выиграли ладью. Ну, соперник d300, играть можно. Звонул, да, сдал. Приглашенный соперник. Так. Извиняемся за неуразительный первый тур. Так, ну посмотрим, люди-то играют у нас вообще. Да, вот у нас состав: Платон Гальперин, Федор Маткевич, Артур Буклян, приглашенный звезда Шляхов Стас, Луковник Алексей, Давидчик Александр, Павел Осипов. Это мы, Коля Никифорчук и Андрей и Сухов. Единственный официальный ник.
Поэтому я забыл, как зовут человека. Но, по-моему, Андрей Сухов. Ну, так. Давайте пока посмотрим. Да. Вообще, люди-то вообще играют? Да, да. Давичка, давай давичек. Стоп. Так, Александр Давидчик играет против... Платон Гальперин выиграл Павла Осипова. А, ну, предсказуемые результаты. Рейтинг фавориты. О, Александр Давидчик проиграл. Да. Посмотрим, что здесь было. Можно посмотреть следующую партию уже. Интересно. Да, комната 2. Уравняли черный. И... В общем-то, атаковал Александр Давидчик. Да, кстати, мог на g2 уже съедать. g7. Интересная партия. Да, ну зевнул коня здесь каким-то невыразительным способом. А куда его убирать? Так, пока его не... Пока... Вот g8 грязи. Ну, все равно, это две фигуры. Не знаю, я думаю, движок показывается у белых перевес. Большой. Ну, атаковать можно. Можно, не знаю, c4, потом слон f5. Ну, тут есть их идея. Так, ну да, дальше проиграл без коня. Так, так. Ну, давай посмотрим. Посмотрим. Артур. Вот. Тут все закончилось. Тут закончили. Кстати, Коля Никифорчук. Да. Срубил флаг, да? Тоже, да, непредсказуемая победа. И играем, опа. Постоянные ошибки. С Артуром играем, буйкляным, а нет. Да, только две партии. Че, уже нам ноль записали? Похоже. Артур. Так, стоп, обновить. И вот, началась партия наконец-то. Давидчик, да. Давидчик. Давидчик, да. Гамбит. Нужен гамбит. Е4, Е5. Ну, не знаем, что играет. Почему не D4? D4 я не играю, мне кажется, скучно. Гамбит Мора — это скучно. Да. Слон C4 — это весело. Это атака Созина. И Е6-4. Да. Так. Безумие. Безумие началось. Ладья G1. Ладья G1. Вот конь e8 — это странноватый ход. Ну, может, не странноватый, я пока не... Для меня странноватый. Ну, у нас активные слоны. Так. Может быть, слоном? И слоном он может здесь. Ну и что, это будет выгодно нам? Открытая линия все-таки. Ну, пока не будем отдавать пешку. Я бы отдал пешку, не думаю. Не, да. 3. Вообще здесь надо на h5 ферзя переводить, но у нас ферзь ушел, и тем непонятно, как сделать. Нужно побыстрее играть h4, h5. Так, h4, h5 предлагает Кирилл. Ну ладно, ферзь h5, ферзь на h5 уже не идет. Где-то после h5 g6 засунуть. Солнце. Пожертвовать пару пешек. Пассивно играет, да. Сейчас пешка на e6 будет. Опа. Да, да, да. Вот. Вот она идея. h3, а3 просто. А4. Или А4. Не, лучше А3. А3 лучше. А3, Б, тогда Б4. Ну и что, убили коня на куда-нибудь? Ладно, да. На Е2, к примеру. Отличный пункт. Уже грозим уже G6 пойти. G6 будет очень неприятно. Пешка на Е6 слаба. Так. Слон на 2. Вот действительно, только есть какой-то ресурс D5. D5. Там много боев. Ну вот G6, да. Да, Б4 просто съедаем. D4. Е5, наверное, где-то. На D4 просто, мне кажется, GH. На D5, да. Да, видимо, тут у нас перевес уже серьезный. Насчет серьезного я бы, конечно, поспорил. Вот веселая атака Созина, согласись. Накат пешек. Да, GH, наверное, надо. Ну, пункт на E6 будет слабый. Ну, побей, да, побей здесь, хорошо. Или H6. H6 веселая идея, давай H6. H6, конь G7, подвязали. Ладно, идем тут пока. Хотя можно было F4 пойти начать. Хотим сделать нашего слона убийцей. Ну да, F5 обязательно. Ничего вроде пока не зеваем. Мне кажется, сначала нужно сыграть ED. Ну тут удара больше. Мы просто
разрываем здесь. А, здесь, по-моему, фигуру выиграли, нет? Да, просто разрывает наш слон. Да, слон на А2, позиция. Конечно. Просто герой. Да, ну вот видите, идея была подорвать пешную структуру. Не просто мы бездумно двигали пешки. Слушай, турнир у нас будет... Ой, печаль, грусть. Так. Можно пока не бить. Ладья, ладья F1, ладья F1. Влагаю мат поставить. Да. Молодец. Я сейчас не заметил. Ладья F1, кстати, тоже надо было сильно. Так. Постоянно какие-то ошибки у Пети. Ну, планета. Давай посмотрим партии. Давай Артур Федора Малькевича посмотрим. Да, да, по-моему, сильный шахматист встретились. Так, Федор играет белыми и... Да, ну, у белых понятно, лишняя фигура. У белых лишняя фигура, между прочим. Что у белых? Лишняя фигура. Нет, все поро. Нет, все поро. Я даже не знаю, за кого бы я здесь играл. Пешка. У белых слабость на b3, зато кони такие мощные, белые поля. Слона нет. Ну, равная игра. По времени чуть-чуть побеждает Федор. Видимо, поэтому я зачисляю его фавориты. Наверное, все-таки поприятнее у белых. Ну, включи движок, посмотрим. Да не будем включать, можно? Так. Она опять съедает. Да, кони все-таки сильны здесь. Лишняя пешка. Ну, ладья d7 надо. Ладья d7. Побили, побили. И конь залез. Побить и просто ладья d1 сыграть. Или коня на b5 почти. Ну вот, крепкий ход. Ну вот это. Ну, видимо, ладьи здесь менять не очень хорошо, потому что как-то много слабостей у соперника. Лучше оставить ладей. Да, и по времени пока не поседает вот, Федор. Конь c3 я пошел бы. Залезать на b5, d5. Ой. Стоп, на e7, если... А, вот так можно. В чем идея черных? В чем радость пока не видно? Ну, у черных мало времени, думаю, здесь. Белые атакуют. Ладья d7 просто. Надо на было ладья d7 играть. Ладья c7. Ладья d7, ладья d7. А сейчас неприятно. Вот сейчас надо голову менять ладья d7, я уверен. Ну, мало здесь черных шансов. Три лишних пешки. Объективных вообще нет. Будем досматривать или посмотрим другие? Да, давай другие посмотрим. Ну, тем более, кстати, все другие партии завершились, что сейчас будет следующий тур. Давай посмотрим, кто лидер. Таблицу? Да. Ну. Так, администратор побеждает. Платон. Платон сыграл ничью с Луковником Андреем. Крепкий, по-моему, шахматист. Вот Луковников Андрей. Артур Бруклян. Как там наш гость? Наш случайно занесенный ветром. Шляхов Стас. Ровесник наш. Крепкий шахматист. Но играл с нами он. Слабенько. Да. Итак, ну что, настраиваемся на Малькевича и Платона. Да, по-моему, самый сильный здесь, самый опасный это Федор Малькевич. Александр Овичка тоже весьма опасен. Ну потом Александр слабо играет. Очень хорошо стоял он против луковника Андрея, но конь h5 сыграл случайно. Так, ну что, у нас через сколько-то следующий тур? Так. Уже начало. И Платон Гальперин, сразу же. Платон Гальперин. Стоп, может быть после против... Платон d4 сыграет, мне кажется. d4, он e4 играет. А Платон сейчас играет d4. Мы будем играть какую-то сыру стратегику. На одной строчке. Интересно, будет битва. Так. Да, конь f6. Ну, надеюсь, против Федора Малькевича белым будем все-таки играть. Да, будет поприятнее. Ну да, g6, он g7. Он c4, вот, как странный ход. Почему? Потому что... Ну да, в принципе, допускает d5. Да, видимо, сейчас здесь все по накатанной, будет стандартные ходы. Ну, сейчас скучная схема. Так. И b6, фианкетируем слона. Так. Ну, поставим. Быстро играет очень. Платон? Да, ну... Ферзь d5 где-то есть. Ну, в какой-то момент. C5, c5 бросите. Так. Пам, c5. c5, 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 и слон скакивает. И ферзя очень мало.
Ладно, отскакивает. Может быть, сначала стоило сыграть, допустим. Потому что там где-то ладья e5 какой-то есть. Какой-то ладья e5 есть интересный ход. У нас слон g6? Да. Да, ладья e5. Да, ладья e5. Ну, мы сюда шли только, ну, только для этого. Да. И что там интересно потеряло? Давай посчитаем. Ладья e5, ладья d1. Или 2. Чего? Ну ладно. По-моему, пешка у нас лишняя. Ладно. Главное, чтобы не отскочил слон. Да, так. Добили на e2. Ладья у нас тут выйдет. Так, у нас сейчас лишняя фигура. Чем бить-то? Слоном побьем. Лишняя фигура у нас. Главное, чтобы ладья. Так, она... да, ладья e1, все. Да, ну Платон, конечно, развалился здесь. На тактике мы его поймали. Думаю, он... Упс. Надо учить молодых шахматистов. Жизни. С Украины жизни. Кстати, Платон один из больших талантов нашей группы. Это вообще 2003 год, и человек уже чемпион города, 18 лет. Кандидат в мастера спорта. Да, Платон перспективный юниор, но ладья E5 мощная идея. Давайте посмотрим. Она. Нет, у тебя движка, к сожалению. У меня движка, к сожалению. Так, посмотрим других наших участников. Да, давай посмотрим за лидерами. Посмотрим за Федором. Тем более он еще играет. Федор. Или посмотрим, кого мы еще смотрели. Вот, не смотрели Сухова, Андрея. Да, давай. Так, так. Ну, видимо, Сухов ушел. Видимо, он покинул нас. Хотел участвовать с нами играть. Да, давай посмотрим. Так, давайте Федора Малькевича посмотрим. Вот, не хочет. Не хочет, я понял, смотреть Федора. Или вот как раз Павла Осипова мы тоже не смотрели. Да. Коля, Федор... кстати, Коля, по-моему, хорошо играет. Давайте тоже глянем, что здесь вначале. Вот тоже интересная позиция. Павел Осипов играет черными. И, ну, у него тут, конечно, проблемы. Ну, очень серьезные. А, у него теряется фигура. Не, не теряется, он на b2 отлетает. Вот, честно, ничего не слышал по Лёсику. Нет, я знаю. Новый ник. Специально сделанный для нашей команды. Ладья c2. Идейный ход. Да, надо бить. Да, бить на c8. Или бить на 5 не проходит? Видимо, нет. Слон по белым полям съедает всех. Все, всех. Да, побили. И вот... На 5, не хочу. Слон b1, интересно. Ферзь h3, ферзь h3. Зачем? Есть, ну, ферзь h3, идейный ход. g5 пойти хотим, перекрыться. И слон g5. Ну и ферзь g4. Судья f4. Ну вот, ферзь e3. Так, качество теряется. Да. Королём. Я бы, наверное, взял, но... Ой-ой-ой. Ну это бить надо. Но какая-то атака можно. Если белопольника как на d3 перевести, вот слон e2. И отличная позиция у белых. Я думаю, у них выиграно вообще, серьезно. Слон e2, слон d3. Ой. Ну, ферзь d3, ладно, та же идея. Ферзь d3. И потом слон c2. Ну так качество отдаем. Но нет. Не туда идет Артур. Зато никого не пускаем по линии c никуда. Смотри, два таких слона. Они вообще никого никуда не пускают. Абсолютно невозможно теперь. То он там мат мог ставить. Слон d3, ферзь h6, уже мат. Ферзь далеко, ладья тоже далеко. Ну сейчас накачет f4, f5 и посмотрим, как Паша будет. 25 секунд. Да, f5. Правда на Павла. А почему не f5-то сыграть? А, f6. Ой, f6, f6 матом просто. Ну надо бить еф, ферзя как-то пропускать туда. Так, лишь бы 4, F6. F6, да, F6. Нужно подниматься Артуру. Очень мало времени у Артура. Мало. Да, F6. Слон, да, мат. Нет, стоп, какой мат. Ничего нет. Слон завис на B3, у белых. Ничего нет, нужно еще слон подключать фигуры. Как короля подключать, собрался. Идеально. Ну, видим. Он ведет ладью на B6. Ой, я зевнул. Ладно, посмотрим, не играет ли Федор. Федор что, снова победил? Да. Да. Мой мощен Федор Макевич. Может быть, сейчас мы с Федором сыграем? Не знаю, можно.
Кто же остановит Федора? Не играл ли Федор с Платоном? Нет, не играли они с Платоном. Похоже, только мы можем остановить Федора. Да нет, но еще Платон может остановить. Еще Александр Давидович. Да все могут. Шляхов Стас тоже, ну, подарок. Ну что? Ждем следующий тур. Через минуту буквально начинается у нас партия. Так, мы играем с... А, видимо, тот человек, который не пришел. Андрей Сухой. Да, и так как он не пришел, я думаю, поставить на паузу, потому что видео затянется. Может, он пришел? Сейчас посмотрим. Подождем 10 секунд. Совпадем и 4. Да, но можем пока прокомментировать других участников. Думаю, всем будет рад. Давай посмотрим партию кого-нибудь. Да. Нет, не его? Пришел. Да, нет. Нажми на связь. Связь-то есть, нет? Нет, да, человека. Ладно, пока будем считать, что его нету. Так, ну кого смотрим? Ну давай. Вот, Платон. Кого мы еще не смотрели? Платона не смотрели. Платон, вот Маркевич, Шляхов Стас не будем, что там. Шляхов Стас. Так, давайте посмотрим, с чего все началось. Да 4.5, какой странный гамбит. А я всегда такой, часто такой играю. Это не Будапешт, а интересная позиция. Гамбит играет потом. Посмотрим. Кстати, по-моему, пускай... А, нет, не пришел. Так. Слон Е3. Ферзь Е7. Слон Е3 неудачный. Какие-то вот неудачные координации уже второй партии. Там конь Е8. Какие-то ходы были, слон С6. Не, ну идея белых понятна. Сейчас хотят пойти Ж3, там слон Ж2. Их разрывают здесь, потому что ладья на Д. Ферзь, ну, вот, ферзь Е3 просто. Или вот так, ой, вот. Ой. Да, не помню сегодня, Александр. Я говорю, координация фигур, слон на Е3. Вот. Да вот не нужно просто эту идею было с конь D5 осуществлять. Просто же пойди G3 и слон G2. Надежно уже, смотри, здесь же ну вот нажми, включи движок. Нет здесь ничего белых, я теперь реально понял. Нельзя спускать. К сожалению, да, нельзя. Давай здесь посмотрим Федора. Ферзь C1 единственный. Иначе, ну и то, наверное, разрывают. Слон B4 просто, слон не раз. Ужасная позиция. Так, посмотрим, пришел ли. Пришел. Давай посмотрим. И посмотрим кого? Шляхова. Стас. Давай. Или Луковникова. Мы Федора не смотрели. Давай Федора посмотрим. Так. Ладно. Так, ну что здесь у нас по материалу? Лишняя пешка. А нет, одинаковое количество пешек. Ну, но конь идет, ну а у белых поактивная фигура. Характерная вот особенность для партии Федора, непонятно, у кого лучше. Такие. Кстати, какой дебют был, что он Е4 6 играет Федор? Французского. Ну там Никита же говорил, конь Д2 и лучше. Ну, это как сказать Д4, Д5, у белых лучше. Там пласт теории, может. Не, Никита какую-то идею нам показывал на 10-м ходу. К сожалению, нет сейчас хода c3, ой, b3. Ну, что-то здесь тягомотина. Тем более, давай посмотрим, вот, Луковникова Алексея. Пить нельзя так быстро переключать партию? Да. Потому вот, что... Хаотичный, хаотичный. Мы первый раз комментируем, по-моему. Так, ну вот, смотри, пешки, очень много пешек зависло. Здесь то же самое. Так, Вова предлагает помощь в комментировании. Да, я думаю... Подключим или нет? Я думаю, мы справимся без Вова. Да, мы справимся без Вова. Напиши ему, что после турнира нужна нам помощь. Шведки и шахматы. Так, ну вот активно зашел ладья. Угу. На самом деле здесь тоже, знаешь, как в партии Федора. Так. Ну и у черных мало времени. Так, мы пошли против нас. Нет, победа. Победа. Уверенная. Да, к сожалению... Ой-ой-ой, черные сдались. Здесь черные. Почему сдались? Ну, фигуры теряются у черных. Ну да. Побеждает Андрей. Так, и кого посмотрим? Давай посмотрим... Коленников, а не Кравчука. Извините. Никифорчук. Никифорчук. Кстати, отличный, по-моему, хороший эндшпиль для черных. Ну, пешка на d5 слабая. Она, кстати, лишняя.
На d4 надо белому ставить фигуру. Сейчас Вот, да, мог. вот ничья, похоже, с повторением ходит. А нет, не хочет. Вот надо было на ладья c2 бить на c2 и ходить d4. Итак, если d4 играю сейчас. А, надо королем отходить, просто связка. Вот. Просто король f7 и d4. Так, смотри. Да, теперь теряет фигуру. Ой, теряет пешку и уже. Ну, обоюдоострая позиция. Ну, ладья d5. Перси в 7 придется, да, сыграть? Ладья d5 почему нет? А, ну, кстати, 7. 7. Связка тоже. Перси в 7 нужно играть. Тогда ладья b5 единственное. Ладья c1 предварительно. А, стоп, перси в 7. Да, нет, срастается. Перси в 7. Стоп, стоп, ладья, ладья c7. Теперь нету перси в 7, теперь ладья d8. Перси в 7? Тоже не проходит, не прокатывает. Ладья c2 пытается спасти ситуацию. Все, теперь безнадежно у черных. Да, появилось. А нет, ладья b2 есть у черных. А в чем идея? Ага, ой, какой красивый удар. Ладья b2 же. Ладья b2 единственный. Иначе это ладья съедает ферзя или... Да-да-да, ладья b2. Скакивает. Да. Кстати, нет. А, или да. Острая позиция. Например, если сыграть... Если сыграть ферзь c6, тогда ладья c5. Ферзь b7. Ну, это, ну, по-моему, ладья... ладья d7, да, все закончено. Можно даже этого ферзя, наверное, не брать, просто... Так. Тактически белый приигрывает. Ладья вот c1 был. Так, сколько у нас всего туров? 9 туров, да? Сыграли уже 4. Кстати, продолжается здесь игра. Федор. Проходит, не проходит ферзь Федора. А, по-моему, Федор проиграл. А вот и шляхов Стас. Да. Темная лошадка. Вообще, мат в один ход. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, по-моему, техника матывания, думаю, ферзями. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, на g5 же мат был. Да, я бы так сыграл. Да, ну, кстати, вот в турнире шахмат-канала Федор там тоже несколько чудесных спасений демонстрировал. А вот смотри. Просто вот мат. Вот. Техничный. Ну ладно, полочка от него, шляпов, Стас, шляпов. Да, ну Федор, конечно, чудеса. Изворотливости. Да, показал. Так, первое место, Феникс админ. Ну что, все-таки битва у нас будет рокование с Федором. Ну было бы сейчас поприятнее, если бы Федор потерял очко, а не половину. А еще с Платоном Федор играть. Да. Вот. Такой крепенький на самом деле турнир подобрался. Ну да. Вот Вова, к сожалению, опоздал немножко, не смог участвовать. Так, и мы играем с Артуром Байкляном. По-моему, Петь, мы с тобой в 10 кодовках обыгрывали этого молодого человека. Ну, рейтинг у него приличный, и, как мы видим, игра он прилично, и партию он прилично прислал на конкурс, и пароль Камер Саныч. Так, 6. Видно, что человек развивается, играет в шахматы. Так, опа. Ну, вот здесь я как раз анализировал эту позицию. Ну, конь e4? Конь e4 там не нравится позиция, есть d5 ход. Так, и есть ход еще 2-0 просто, план 2-0 просто. Так, конь f3. Может быть c5 где-то? Может d5 где-то. План d5 сыграем. Черт, пешки? Ну, бить конем нельзя, тогда здесь съедаем. Бить слоном. А, нет, конь f3 уже сыграли. Да, жертву пешки. Да. Теперь идея конь b6, я съедаем d5. Ну, у нас типа структура получше. Вместо d5 можно, получается, f5 сходить. Так, ну отъели нам d5. Ну, боялся я, что если сыграем мы c5, то там очень острая позиция, тут она поспокойнее. Да, вот размены, по-моему, сейчас нам выгоды нет. Ну так, куда коня пойдем? Оставим его, иди сюда. А он нам нужен на b4 будет? Не знаю, он f5, может, конь d3. Так. Ну, да, нормальный план. Ну, правда, ничего там не делает. Да, вот можно, вот опять хотел тебе предложить. Просто закрепились и на А3 просто отошли на А6 или на С6. Да. Без разницы, я думаю, разница небольшая. Ну просто на С6 это где-то под Д5. Да, сложная позиция. Ну вот слон С4 неприятный ход, мне не нравится вообще. Эта позиция мне не нравится. И если бить на А4, мне тоже позиция не нравится. Пробуем флаг. Да. Слон g4 где-то надо ставить. Ну можно, можно. На d4 сесть. Вот, например, сейчас.
Жертву еще одной пешки. Попробуем. Да, такой тактический шлюх. Ну просто фрезую место я освободил. По-моему, уже у черных лучше координация фигур. Не знаю, конь на 6 это не координировали. Но, тем не менее, сейчас он в любой момент готов встать на c5. Так, вот d5 идейный ход, вот d5 идейный. Вот конь теперь наш перестал быть уродом. Извини за выражение. Вот это, кстати, нам большое одолжение сделал. Да, и на e4 конь идет, а вот, к сожалению, пока не идет. Годит. Так, тенький конь, никакой нет, не уверен. b6 может. Может, слон g4, вот слон g4 мне больше нравится. Не хочется b6, чтобы на слон d4 пойти, ферзь f4. Такая идея. Так, слон g4 или слон b7? Слон b7. Так, мы могли съесть на b2. Так, не съели. Могли, но не съели. Да, и повели коня на e6. На e6. Так, во время лучше гораздо стоим. Ну и позиция нормальная, в принципе, слон. Да, пешка на f4. Слабая. Да. Если пойдет, например, g3 у нас просто будет. Ой-ой-ой. Вот это хороший ход. Ну повели на f4, вот да, а что делать? Все правильно. Да. Хотя стоп, там ладью на седьмую запустим. Ладно. На седьмую пускай заходит. Сидим на f3, ладья сойдет на вторую. Ну, позиция приобретает острый характер. Да, и по времени. Вот. Опа. Так, на f3 же просто. Да, бьем на f3. Пока ничего здесь нету. Слон e5 есть. Есть слон e5. А для... Так, нам мат там не дадут? Сейчас увидим. Путем уже. Путем, не знаю, путем h6 и... Ну, h6 это очень долго. Ну, а что еще делать? Так, ладья d7 нету, да? Ладья d2. А, так. Тут дали шах, наш 2. И отели слона на c1. Можно на так пойти, как он будет играть. Да можно просто слона съесть на c2 и партию выиграть. На. Как защищать? Ладья b6. Да, просто съешь слона. Да? Да конечно, просто съешь слона и все. Или пока так. Давай пока так. Ну сейчас едим, он просто f4 вынесен. Ну что подумал вообще. Нам всегда просто успеем съесть. Понимаешь идею? Как бы напряжение. Мат хотел дать. Я понял. Поддерживаю. Видимо, потому что на... А. Видимо, он просто на ферзь c2 он сразу же запланировал идею какого-то себя. Да, мат 2 хода грозит. Так, нажмем мы временно на паузу. Возвращаемся на прямой эфир. Так, ну, покажи пока опять таблицу всем. Ну вот мы играем партию, посмотрим партию. Лишняя фигура у Никиты Пучука, но меньше времени. А, слон b3, слон b3! Точно. Появились шансы у белых, но все равно флаг должен рубить. Так, лагает немножко. Уже не знаю. Времени. Да, думаю. Хотя, да. Задержка. А, теперь ладья f7. Слон h6. А, вечный шаг есть. Ничья вечным шахом. Да или нет? Или да, или нет? Успеет ничью форсировать? Да. Если ничья. Ну, хорошо. Было победно, если бы ничья. Так, ну что, у нас следующий тур начинается через минуту. Пока можно нажать на паузу, но никто не играет. Ну. Итак, мы возвращаемся в турнир. Шестой тур. Играем против Коли Никопорчука. Давай, может быть, что-нибудь агрессивное, f4. Ну, не будет здесь никто... Ой-ой-ой, может быть, гамбит Хэллоуин? Слишком да. Агрессивно, но ладно. Гамбит Хэллоуин. Вообще, я перестал играть, все-таки не хочется ходить. Почему? Ну, не знаю даже, что сказать здесь. Так, ну слона на c4 надо убирать. Или f4 тут ходит? Нет, слон на f4 здесь ходит. Слон c4 здесь ходит, как бы потом. Не помню. Ферзь f3 идея. Хотим дать детский мат, можно сказать. Ну, без коня. И вот на f6 сейчас важно не... Ой. Ну да, стоп. Ферзь f3. Слон e6. d5.
стоп. Слона же земнули. Нифига. А, перцы, перцы 6 отыгрывают. Помню, я здесь что-то анализировал. Просто идея в том, что король А7 выходит. Ну да, красиво. Можно было еще ЕД сыграть. Да, вспомнил. А, можно было еще с ним же 5 сыграть. Но уже нельзя. Так. Стоп, можно не бить эту пешку? Пойти 2-0. Пускай сам побьет. Побьет он конем. Нет, побьет он ферзем, и неприятно будет. Хотя шах, блин, непонятно. Вот такую задачку-то задал. Неприятно. Про пешку не опять будет. Давай гамбитить. Давай бить ее. Добить не надо. Добить ее. Это жадно, это жадно. Она слабая. Валим ее, валим пешку. Ну не будет конь Е5, что ты переживаешь? Да конь Е5 единственный. Ну это 6. Ну и ЕФ. 2-0. Да, ну. Пускай здесь подразвили соперника, но король в центре. По-прежнему без фигуры, но, по-моему, объективно у нас здесь получше. А как ему играть? Ладья один серьезная угроза. Да здесь уже, по-моему, плохо. Ладья один, не знаю, что делать. Ладья один. Слон Е7. Или да, или так. Слон G5, по-моему. А, да, слон G5 сделал ладья D1. Вот это красиво. Ну, да, ну просто будем играть. Ферзь C6 какой-то был. Так. Ладья D1. Самое главное не поменять ферзей никаким образом. Самое главное, ну тут даже скрутиться мы некуда. Мы просто можем бесконечно позицию вселять и играть H3, A3. Вот уж. Побить можно. Побить и конь D5. Да, нормальный план. На C2 зависло, на B6 зависло, на E7 зависло. Да, конкретная идея, конь C7. Чересчур конкретно. Да, красивый гамбит. Гамбит Хэллоуин. Ну, ферзя пожертвовали. Ферзя же можно побить. Опа. Что бы я делал без крыла? А конь F6 был просто мат в один ход. Нет. Да. Съебал ферзя. А, ну да. Может, что-нибудь красивее было. Я думал, а жертва ферзя здесь. Так. Ну да, можно на C8 добить. Партия закончилась. Поаплодируем. Надеюсь, нас прожничество не... Нет, нет. Так, ничего у нас там по факту? По факту за первое место с Федором Малькевичем будет битва, да? Факт то, что уже второй раз на мои дебютные заготовки попались. Второй партии подряд. Приятно. Так, ну осталось... Все, по-моему, с луковником Андреем. Кстати, крепкие ребята стали. Вот. Как да. Хватош, что готовил. Давай посмотрим, кто остался. А вот играет, по-моему. Там Давидчик играет и. Давайте. Давидчик, Артур. Александр. О, Давидчик опять стоит агрессивно. Как атакующий шахмат играет. Ну это радует. Александр. Ферзь 6 есть. Так он G5 и все. И все. А нет, стоп. Тогда ферзь F7. Конь F8. Конь F8, вот. Конь F8, интересно где. А, вот. Конь F6. Посмотрим, что здесь. Ну. Ну. Да, ну конечно. Ой-ой-ой. Личик это радостный шахматист. Красиво играет. ДЦ, ДЦ. Ой, ДЦ. ДЦ. А, можно уже просто ДЦ было. ДЦ. Ферзь F6 просто. Да смотри, слон сейчас все скроет. Красиво, Александр. Ну и да, слон Е4. Ферзь А8. Все, слон Е4 еще есть, был ресурс. Стоп, да, как-то... Ладья на С6, ферзь D5. Да, Александр, как жабава, играет атакующий, но... очков мало. Поздравляем, Александр. Ну, красивая партия, вообще все, красиво. Да, вот конь F6, неплохо. Думали мы здесь как играть. Конь F6 совершила. Так, следующий тур у нас через минуту. Да, выиграл. А шляка Стас упал в Осипу и вышел на 5-е место. К сожалению, Андрей Сухой нас покинул, а Артур никак не может найти свою игру. Да и клян. Да. Не набрал пока ни одного очка. Странно. Ну что, верим, то что Артур наберет, еще возьмет свое.
Так, ну что, 6 из 6? Как ты считаешь? 6 из 6, темный Федор на хвосте. Да вот был бы наш гость, Стас Шляхов. Поставил бы мат тогда. О, вот он. Да блин, черными. Мы все их партии черными играем. Ну вот, зато две оставшиеся будем играть с белыми. А стоп, нас ячейка устраивает. Предложим. Давай. Да. 2657. Не, ну можно, блядь. Можно. Ну конечно можно. Можно. Так. Это не в 6. Уже 6. Пошли во все. Так, вот эти схемы. ВНД 3, вот это, конечно. Надо C5, а C5, C5 может быть, или E5, да. C5, не знаю, E5. Так, эти схемы я... Нужно все поменять и в эндшпиле перекатать. Ой, а зачем опять-то? Ну, чтобы... Так. Ферзь C7, напали. А D5 нельзя сходить? По-моему, можно. Вот если мы проводим D5, тогда вот эти все боковые ходы его слабенькие сказываются, мы стоим по центру. И у нас отлично. Пока у нас не отлично. Пока у нас отлично. Ну, CD сейчас будет. Конь G5 есть. Ну, тогда, наверное, пешку съедаем на C4. Да, проблемки, проблемки. Опа, C5. Это вообще что такое? Так, это вообще законно. Так, может быть, D4. D4, чтобы, ну, соперник сам пошел D4. Ну... Я понимаю, то, что там белопол будет интересный, но... Неважно, D4, да. Белопол у нас интересный. Конь А4, что ли? Это вообще какой-то профанация. Просто конь ограничен пешкой C5. Так, нужно... Вообще есть идея ферзь B3. Ладно, так. Как играть? Дайте... H5, H5, отличная идея. В лучших традициях Буришина. Может быть, слон... Ну ладно, надо быстрее играть. Да, и поменять надо даже два парня. Ну, по-моему, пока все неплохо складывается, блядь. Да не, хорошо, если на наш 5 слабый ход. А нужно... Что думаешь, надо? Нужно было думать, как этого коня выигрывать. Он же явно здесь. Ну сейчас нужно... Ой. Так, ну это надо побить на G2 и просто АБ. АБ и конь завис, АБ и конь завис. Два. Да, АБ. Так можно? Нет, так нельзя. Конь на b2 уходит. Так, стоп. Ладно, поведем коня сюда. Конь на b2 станет. И смотри, в какой-то момент есть ресурс ферзь d5 постоянно. 4. Так, ферзь d5 есть, нету. Да, ферзь d5 есть пока. Будем, можно приберечь. Ну, смысл? Потом e4 можно. Давай e4. e4, накатываем. Самое главное, не по времени, не просесть. Ну, мы пока нормально. Так, у нас, по-моему, получше. Куда коня вести? Я думаю, на F5. Я думаю, на C6, чтобы сбить этого коня блокера. Ну, его же никто не побьет сейчас. Слон, так, наверное. Не 5, и грозим H4. H4 очень неприятная идея. И теперь H4 даже есть. Ну, это, конечно, из... Не знаю, это, конечно, странный ход. Ладно, ладья 2 где-то. Я все время смотрю на ладья 2. Так, теперь это имеет смысл. Да, ферзь H5 теперь очень сильно. Хотя ладья G1 будет. Ну просто ферзь H5 отойдем, да? F4. Так. Ну, G7. Ослабился, Федор. Ладья E3 пункт. Нужно этим воспользоваться. Нужно рубить флаг, думаю. Технично, красиво. Да, ладья 2 интересный ресурс. Но, к сожалению, он не работает. H5. Стоп. На F4 слабость. Хочет менять ферзей, но никто, конечно, сейчас не будет менять. Ладья 2. Стоп. Наверное, менять не будет. Ферзь D5, ферзь D5. Грозим ладья 2. Сейчас. Быстрее нужно играть. Да, просто ферзь D5 и H4 был. Так. Ну это побить можно, наверное. Да, побить. Побить. Побьем, ладно. Да. Смотри, опять игра. Пока напал. Надо цепляться к пешке Е2. Ой, G5, блин. Ух ты. Блин, вот Федор, конечно, цепок. А, стоп. Ладья F1. Ладья висела, да. Отлично, отлично. Вызло. Да, такой зевок
ферзь e5. Слона на d1 забрали. На d2. Угу. Стоп, можно было, наверное, на e3. А, на e2 побьем. Сейчас это выгодная редакция. Объем. Так. Как видели, повели пешку. Так, на d2. Как она пройдет? Победа. Проходит пешка. Ошибка вот эта 4. Ошибка. Вот Федор Маркевич. Красиво. Ну вот этот, конечно, зевок ферзь f6 помог нам. По-любому это первая линия. Выманить d4. Ой, g4, g5. Не, ну это же дурацкий ход, просто пешку тоже не пытаем. Ну, видимо, я здесь уже поплыл немножко, скажу честно. Ну, молодец и Федор. И у нас получилось все красиво. Так. Кого смотрим? Давай Коленьку Фурчука. Да. Опять атакует Давидчик. И минута. Да, ну тут все понятно. Ну тут просто флаг срубит, нечего даже смотреть дальше. Посмотрим, давай, может, дебют. Ладно, дебют нам показывают. Показывают. Король, да. В общем, ладно. Посмотрим. Посмотрим. Оставшихся шахматистов. Ну вот Артур Платон. Платон мы мало смотрим. Давай Платон, да. Ну он закончил уже, остался. Павел Осипов. Да, в будущем профессиональный, думаю, профессиональный дуэт будет приходить. Саламах Анисимов. Мы будем играть. Побеждает Луковников. Возможно. Возможно, Никита будет в будущем приходить. И выиграть. Да, и выиграть этот турнир. Так, ну и что, у нас 2 тура. Ну, пока нет Никита, мы за старших. А, нужно... Отвечали мы себе или нет? Нам нужно полочка набрать. Да, полочка. Ну, давай для красоты сделаем 9 из 9. Постараемся. Ну, это будет фееричное начало. Так, Луковников Андрей выходит на 4 место. А потом шведский шаг. Это... И играем против Павла Осипова. Павел Осипов. Ну, Павел Осипов тоже. Гамбит. Ну не умеем играть, давай ну, будем да, играть. Да, я умею играть, Калюст. Да не умеешь ты. Давай, Е4. На Е5, Ф4. Все, нормально, полочка возьмем точно. Все, только не Е5. Ну, ладно. Ладно, у нас еще будет одна партия, мы там... Ой-ой-ой. Я покажу ход конь C3. Анализы Петра Андреева. С поддержкой Никиты Петрова. С поддержки. Никита сказал, ой-ой-ой, что... Ой-ой-ой, стоп. F6 это тонкость. Нет. С поддержки Никиты Петрова. Никита сказал, что это бред. Так, конь E5. Может быть 3 уже? Не помню. Конь E5 нужно ходить? Нет, 3. Конь E5. Я забываю, здесь 3 или конь E5? Блин, конь D4. Зря пошел так. Да, стоп. Ферзь D2 надо играть. Единственный ход? Да, надо было делать. Не знаю. Короче. Стоп, этого не жалко, парень. Стоп, не бьется ли на H7? Да, надо себя спросить. Надо отойти. Если он побьет этого парня, то да. Этот парень войдет в игру. Жертва одного парня ради другого. Ну, в 3 и все. В 3 он коня забирает. Ну ладно. Чего он забирает? Че поле? Коня забирает на E5. Ну и че там H7? H7 трещит. Ну. Андрей не боится. Ну и все, поехали. Чем брать-то? Слоном, я думаю. Ладьей, я думаю. Зачем ладьей? Нет же идей после этого. Есть. Ладья H1? Да, ладья зашла. Ладья заходит, это сильнее, чем слон заходит. Ну, так бы мы просто потом 2 недели короля пинали, а так просто мы ничего не делаем. Так мы не пинаем, у нас на... Смотрите, есть какая идея. Вот сейчас идея есть пойти конь А4, побить на C5 и... А, уже нет этой идеи. Побить здесь можно? Можно? Так. Да-да-да, можно бить. Ну он побьет просто, ферзем. Ну побьет ферзем, пойдем 2-0. Ой. Опа. Авторская идея. Ну уже это бить, наверное, надо. Ну. Только давай подумаем, какой ладьей. Побили мы этой ладьей, побили ферзем. На E1 шах закрылись конем. Это безнадежно. Так, стоп.
Непонятно, ладно. Полочка-то возьмем. Турнирное положение позволяет. Ферзь f6 есть. Ну, выглядит грозно. Ферзь f6 я не вижу. Ферзь f6, ложа 6. Ну, что это нам дает? Ферзь e1 надо считать. Ферзь f1, конь d1. На ферзь f6 считай сразу. Стоп. Тогда просто ферзь f6 есть. Так можно же побить просто и... И что? Побить слон g6. А, слон e8. Ну ладно, пускай играет слон e8. Это не по-моему... Это прокатывает как тактика или нет? Да, красиво очень. Очень красиво. Ух ты. Вот это мы пересчитали. Ну ферзь f6 надо было. Господи. Тоже ясно. Ферзь f6. И что делать? Сдаваться? Да и только. Ладья и всем я вообще вот издалека я считал вот этот вариант. И слон f8 я не видел. Ну. Ладья h8 красиво очень. Благодарим Павла за соавторство. По-моему, сегодня прошла у меня игра. Сплошные шедевры на самом деле. Ну, две карты вообще прилично. Давидчик Манкевич. Малькевич еще кому-то проиграл, по-моему. Нам он проиграл. Так. А у Давидчика-то неплохо, мне кажется, у белых. Давидчик без пешки, без двух. А да. И без времени. Да, вот со временем беда. Ну, я думаю, давай посмотрим Платона. Потому что Платоном согласен? Да, Платона мы мало смотрели. Платоном уже последний тур, а Платоном. Так. Подошли мы к концу. Да, Платон здесь разрывает буквально. Да, и потом мне нужно смотреть. Посмотрим Луковникова Андрея, бьющегося с засланцем. Легенды, легенды шахматной планеты с Стасом Шляховым. Который умеет закрытые турниры просачиваться. Это он легенда. Ну, кстати, у черных, по-моему, безнадежно. Ну пешка же сейчас пройдет просто у белого, все. Да, Стас славится своей техникой. Думаю, такой. Вот Луковников Андрей не сдается. Видимо, он не знаком с творчеством Стаса. Так бы сразу бы сдался. И уже непонятно, что за позиция. Честно говоря, я не силен в денег. Ну а что, здесь идея простая, пешку-то тащим до C, даем шаг и... Ну, король же 5 еще не ходит. Так, ну давай болеть за Андрея, привернем больше времени. И он грамотно рубит флаг. Спокойненько. Король же 5, yes. Молодец, Андрей. Красивый ладья после. Да, все, видел. Так, вот это ладья H2 было. Плохой ход. Почему? Все же шахи. Теперь пешка впереди приходит. Ничего, поменялись 3 секунды тут. Спокойно. Нет, кстати, ничья. Надо было. Ну ошибся. А смотри. Что смотри? Ой. А вот и победа. Ну, поздравим. Болели мы за Андрея. Все-таки наш человек. Да, и последний тур мы играем с. С Анцини мы играем, по-моему. Мы не играли, да. Стоп, Андрей-то неплохо, он если нас обыгрывает на втором месте, может быть. А нет. А, Малькевич Палатон. Может быть, пожертвуем своей партией, посмотрим битву этих титанов. Может, ничью предложим? Да, давай просто предложим ничью. Да. Или 9 из 9 все-таки. Ну. Давай, если белыми, то королевские. Если черными, ничью предлагаем. Нет, если королевские, это долго и муторно. Давай. Почему долго и муторно? Да блин, почему всегда черные? Ничья, давай, предлагай ничью. Еще нельзя. 99-го года тоже достаточно юный шахматист. Ну пишем. Давай ничего. Хватит глумиться надо. Ничего. Так. Слева. Оп. Ничего. За радость только. Да. Да, и все, смотрим супер биту Платона с Федором. Спасибо. Да. Надеюсь, поймет нас. Да. Вышел на второе место время. Ну, кстати, если побеждал, он бы мог бороться. Лишили мы его.
борьбы за престижное место. А, он таблицу уже не видит. А, обманули мы немножко, Андрей. Так, ну что здесь было разыграно? Ф4, Е6. Так, да. Ф6, ого. Тут тоже примерно, что... А, нет, потом не стал слона пианкетировать. Ну вот эту точно так же с нами расставлялся за белых. Да, да, да. Ну, не очень претенциозно это. Вот Федор, по-моему, без теории, он такой крепкий шахматист. Раньше я так в детстве играл. Сейчас я стал учить теорию, дико увлекательное занятие, по-моему. Очень. По-моему, ничего в жизни интереснее нет, чем учить теорию. Но шахматист даже не пробует ее учить, просто отказывается, думает, фу, теория. Приятно же играть, когда знаешь, что ты играешь. Знать планы. Так, ну, об игре поговорим. Да, вот на 4 очень такой неприятный. Честно, мне хуже даже за черную доску перевернуть, потому что белые стоят по третьей, конь на 4, как и в той партии. Урод. Да, видимо, фирменный конь. Конь Малькевича. На самом деле, я очень люблю конь А5, вот в стороне дикий и югославский вариант. Вот там как-то комментировали мою партию. А вы с Олегом комментировали и сказали, что конь урод. Не помнишь? Нет. Ну, я выиграл кого-то 3000. Так, нужно бить обязательно на b4. Короче, конь А4 это палка о двух концах. Ладью на c1 надо ставить, давай. Болеем-то, давай за молодого шахматиста поболеем. Переверни доску. Так. Перевернем доску. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как красиво. Вот так. Знаешь, что надо было делать? Надо было объявлять результаты в общую голосовалку, в общий чат. Ну зачем мы таблицу повесим, все посмотрят? Да, ну во время игры не видел же никто таблицу. Почему конь b5? А, конь b5 сейчас уже грозит, я же b6. Вот зачем даже комментировать захотелось? Так, ну ладья a8, линию захватываем или нет? Ну конечно захватываем. Мне кажется, сейчас это выгодно поменять. Смотри, какая структура, на b3 слабость. Да, да, выгодно. Нет, вот если убрать здесь фигуру с доски, то будет слабая пешка b3. А у черных нет слабости, поэтому выгодно меняться. Сейчас в группе напишем. Так, ну хочется, вот, наконец-то Платон захватывает линию. И по времени проседает Федор, насколько известно. И вот может быть ферзь А6. Знаешь, как я сыграл бы? Я бы сыграл бы h6, вот. Чтобы мат где-то не получил. А тут у нас перевес на этом фланге. Мы тут свое отожмем. Нужно коня вести на b5. Нужен план потом нужен. Так. Вот видишь, повел куда-то коня. Вот на b4 размены неприятные. Почему? Ну, потому что структура меняется. Ну, правда, конь c5 нету? На h4 забираем. Конь c5 нет, не было удара. Конь c5, ферзь c5, А был, кстати, конь c5. Да, молодец, был. Вот слон на g2 отметим, спящий. Ну все, бьем, брали на h4, у нас проходная. Ферзем, все. На ферзем было бить, конечно же. Да, это... Не, надо пешкой бить на h4 с темпом, и пешка b шла, ферзи. И ее не остановить, потому что слон ее поддерживает. Ну, все, просто сейчас выигрывай пешку, слон на h4. Нет, там в конце варианта на c. На c5, да? А можно же не бить ее. Допустим, слон e7. Слон e7 можно было усилить позицию. Вот, конь на c3 идет. Слон хорошо по этой диагонали стоит. Вот, конь c3. Все, на e2 висит, на h4 висит, перегрузки. И на e1 рентген. Да, на c2. Конь h4 рекомендую. Ферзь h4. Блин, ну надо было давить. Ну, времени мало, Федор. Ну, Платон, кстати, известный шлёпач. Болгаруб. Да, все, это просто стихия Платона началась. 5 ходов за 1 секунду сделал. Да, еще пешку зевнули, по-моему. Еще 5 хороших ходов, заметил. Ну, как конь c3, наверное, сейчас. Да, Платон занимает второе место, Луковников Андрей третье место. И, ну,
Даже если бы он выиграл, он все равно третье место занял. Так. Посмотрим, посмотрим. Ну, кстати, видели мы много чудесных спасений Федора, поэтому не будем его списывать. Ну, все, отчасти. Вот видишь, да. Вот он. И там итоговая таблица. Так, все ли закончили? Да, все закончили. Итоговая таблица. С результатом 8,5 из 9 побеждает Петя и Кирилл. Платон на втором месте. Луковников Андрей. Ну, в общем, молодость победила. Второе, третье место. Да. Федор Кевич, фаворит по нашей версии, занимает четвертое место. Александр Давидчик, атакующий шахматист, набирает 50%, 4,5 из 9. Дальше приглашенная звезда Шляпа Стас. Легенда шахматной планеты, напоминаю, дорогие друзья. Из Вейконзи приехал. Павел Осипов, Коля Никифорчук, Артур Чес и новый человек, который попросил включить в турнир. Прошу заметить то, что Артур все-таки выиграл. Набрал очко. Два. Как, да, ну, помнишь, у него было ноль? А, ну одно он набрал. С сухим, а вот одно выиграл легенду. Легенду просто шахматной планеты. Попросим так не делать, как Артур, как Сухой. Да, и ребята, все, всем, кто посмотрел этот часовой ролик, готовьте официальные ники, вступайте в команду «Шахматный Феникс», вступайте в группу «Шахматный Феникс». Всем спасибо за внимание, до новых встреч. Всем пока.